И таким образом она, гимнастка, получает оценку за execution, которую затем прибавляют средние оценки за артистик и дефикл. Да, да, да. Алия Гараева заканчивает соревнование с общей оценкой 60,675. И последняя участница соревнований Ирина Ресензон. Закончила свое упражнение Ирина Ризенсон. Она выступала с мячом под музыку, на музыку Гершвина. А мы ждем оценки и сумму следующей гимнастки.